Мы смотрим бой, в котором Дмитрий Бивол защищает свой титул временного чемпиона мира по версии WBA, Всемирной боксерской ассоциации. Его соперник Роберт Берридж из Новой Зеландии по прозвищу Мясник. Очень серьезный состав судейской бригады. Суровый рефери из Панамы. Окленд, столица Новой Зеландии, родина Роберта Берриджа. Уже 32 года, но намного старше Дмитрия Бивола. Левша, что Дмитрий отмечал особо. И сказал, что Дмитрий также, что его соперник очень неуступчивый, и его быстро сломать не получится, морально. Дмитрий Бивол совсем недавно, в декабре, исполнилось 26 лет. Кириллов также будет ассистировать в этом бою Дмитрию Биволу вместе с Машьяловым. Ну, это такая, в общем-то, цвет, тренерский цвет Санкт-Петербурга, я бы сказал. А также есть очень хорошая новость. 17 числа, 17 февраля у Дмитрия Бивола родился второй сын. Так что меньше недели много назад. Много чего успел, да, за свои 26 да, лет? Так что... Он родился, вообще сам Бивол родился в Киргизии. В городе Токмак. Ну что, все готово к первому раунду. Гонг. Бой начался. Отметим, что у Дмитрия Бивола в предыдущем бою была травмирована рука. Он весь этот промежуток времени восстанавливался. Предыдущий бой у него был в октябре 2016 года, 29 октября. А что интересно, кстати, у Берриджа был 28 октября 2016 года. Так что они примерно одинаковое время не боксировали. И вот сейчас только вот вопрос, насколько хорошо восстановился Дмитрий, потому что был у него перелом как раз сильнейшей правой руки. Будет он ее беречь, и главное, чтобы не было рецидива повторной травмы. А так, конечно, ну, должен он... сказал, что готовится, да, хорошо, и действительно отдавать такой важный пока еще на этом этапе карьеры пояс он не собирается. Ну, вообще, конечно, несмотря на все заслуги, Берридж так или иначе, это крепкий середняк, и по-хорошему Дмитрий Бивол должен с ним разбираться вполне уверенно. Мы уже перечислили сильные стороны Дмитрия, да, великолепная техника, великолепное движение на ногах, чувство дистанции, тайминг, все присутствует у этого парня, хороший удар. Хорошо, вот сейчас вы видели, здорово, как жестко он встретил соперника. Но еще раз скажу, уже 26 лет, уже пора выходить на серьезные бои. Я не знаю, может стоить начать готовиться уже в США. Причем это можно делать, выезжая туда со своим тренером, ничего сложного в этом нет. Но там хорошие спарринг-партнеры, там хорошие условия. Я понимаю, что и здесь, в Санкт-Петербурге, ему тоже созданы, в общем-то, условия на высшем уровне. Но, тем не менее, все-таки тот опыт бывает часто незаменим. Ну и говоря о планах на 2017 год, Дмитрий отмечал, что есть мысль провести 4 боя, и что его промоутер готов ему эти 4 боя предоставить, получится или нет, но только вопрос, где они будут. Ну, а промоутер кого? У него все-таки никто иной, как Андрей Рябинский. Да, и Дмитрий сам, кстати, отмечал, что хочет роста оппозиции, хочет более серьезных соперников. Но он вдумчивый спортсмен такой, вы знаете, все умеет анализировать, поэтому все правильно говорит. Хорошо, сейчас вот
На наскоке, на попытке атаковать новозеландца отвечает Бивол. Уже три таких эпизода мы видели. Не спешит. Надо прочувствовать соперника, понять. Вот вы видите на этих повторах, насколько точен, экономен, но при этом точен российский боксер. Советует Бериджу работать джебом больше. Пока не очень форсирует события. Ну, провалил. Так опрометчиво, авантюрно бросился вперед новозеландец. Это его особенность, кстати. Он практически всегда идет исключительно вперед. Старается тем самым подавить своего соперника. Но сейчас пока по картине поединка Дмитрий его продавливает. Даже не продавливает, он просто намного точнее. И КПД у него выше. Почти 100%. Ну хорошо, перекрылся Бериджи. Очень экономно действует Дмитрий, при этом очень точно. Вообще это его манера. Он никогда лишнего ничего не делает в ринге. Обратите внимание. Еще один правый прямой, точно в цель. Кричат Бериджу из угла, чтобы три удара наносил, а он все время одним действует. А с одним ударом против Дмитрия Бивола выходить, но опрометчиво достаточно. Ну, чтобы нанести три удара, нужна дистанция, нужно подойти, нужно эти три удара подготовить. А как это сделать? Вот в чем вопрос. Да, тут... По сравнению с Биволом, Бериш очень коряво действует. То есть так очень размашисто и опрометчиво. Бивол четко принимал все кто-то на защиту. Кто-то скажет, что Бивол работает экономно, а я скажу рационально. Это главное, конечно. Одно из главных его качеств. Да, здесь смысла тратить силы нету. А тем более, такой. Да, тем более боксер это позволяет сопернике, имею в виду. При этом, что интересно, у Бивола, у него рациональность не ставится выше зрелищности. Он при всей своей рациональности, вот этой экономной работе, остается зрелищным боксером. Сидит, слушает, кивает, а тут хватает сил на общение. Нет, ну, тренер, этот тренер плохого не посоветует. Сдвоенный джеб. Ролла.
хорошо в разрез между рук Бивол. Меня, конечно, впечатлил Бивол вот тогда в Москве, когда он дрался с Феликсом Валера. Один когда, собственно, он завоевал был, этот да? титул, который сегодня защищает. Соперник был очень серьезный. Посильнее, чем вот этот сегодняшний, уверяю вас. Да, это был первый соперник, который продержался всю дистанцию против Дмитрия Бивола. Тогда несколько раз побывал в нокдаунах. Постоянно обеспечивал хороший бой, хороший прессинг. И для Дмитрия было такое серьезное действительно испытание. Ну, с честью прошел тогда, конечно, выиграл единогласно. И это ты было зацепил Бэридж. Первый бой, когда Дима прошел всю дистанцию. Но еще раз скажу, соперник был очень достойный. И явно прибыл в Москву не отбывать номер. Нет, хотел он так просто отдавать этот пояс. Ну а следующий бой, который также не закончится досрочно, но, как сказал уже Роман, там Дмитрий сломал руку. Ух ты, хорошо на встречу провалил. Еще раз добавил. Заставил Бориса все-таки, да. И давит, продолжает прессинг Бивол. Да, надо развивать этот успех. Еще хорошее попадание. Бэридж проваливается. Еще, да, хороший джеб зашел. Ром, ну, рискую предположить, что это разные лиги. Да, все-таки. Согласны, да? Бэридж, да, Бэридж хороший середняк, крепкий боец, но не по уровню Бивол. С характером, все при нем, но... Но вот сейчас Дмитрий, уже конечно, на протяжении 30 секунд его Бивол окучивает. И Бэридж ничего показать не может выдающегося. Держится на морально выливых. Да, то есть руки разлетаются. Защиты нет. Но спасет его гон, конечно, не дожмет. Но концовка однозначно за Биволом. Нашумел рефери на нашего боксера. Ну, не надо было, конечно, второй удар наносить. Соперник встал на колено, причем сознательно, мне кажется. Ну, уже просто под прессингом не смог стоять дальше. Четвертый раунд может стать последним в этом бою. Ну, посмотрим. Бивол включил ноги, работает из челнока. Еще один силовой прямой правый. Как вовремя поднял рассечение перчатку, да? Какое открылось у Бэриджа. Еще двойка зашла. Продолжает работать Бивол. Ни одного попадания со стороны Бериджа, да? Посмотрите, куда-то точно... выбрасывает туда. Да нет, ну абсолютно. Вот он ждет эти удары. Вы смотрите, то левая, то правая у головы, сбоку. Все время еще защита, один очередной нокдаун. Скорее всего, будет отказ, мне кажется. Оперируют, что Бивол головой ударил. Вызывают врача, рефери. Ну, здесь очень серьезное рассечение, там много крови, надо хотя бы ее протереть да посмотреть. Ну и третий нокдаун. Я удара головой не заметил. Да нет, это был нокдаун. Момент нокдауна, уже рассечение было. Все? Все, бой окончен. Отказ. Дмитрию Бивову удалось не только одержать победу, но и поздравить всех мужчин с 23 февраля, с Днем защитника Отечества. Да, действительно, вот такое своеобразное поздравление со стороны Дмитрия Бивола. С
всем мужчинам нашей страны. И мы с этой победой его поздравляем. Ждем дальнейших ярких и, не сомневаюсь, победных боев Дмитрия Дилова, Бивола. А на этом будем постепенно с вами прощаться. Друзья,